Точнее, двойные стандарты, да? Двойные стандарты, двойные. Вы рассказываете детям про блокаду Ленинграда, и там слеза такая, такая большая, толстая слеза ползет. Так жалко людей, которые падали на улицах от голода. Так? Так что вы думаете, Олечкин не войдут в историю? Не будут писать, что в Олежках лежали люди на крышах? Вы считаете, что Олежки – это не Ленинград? Нет. Об этом мир не должен знать? Так вот, в добавке к тому, что люди умирали без воды, без лекарств и без еды, да, там еще будет написано, что российские власти проехали по домам и забрали лодки. Я представляю, как россиянские дети идут в школу. Мама, мы сегодня проходим предметы, Олежки, нам рассказали, что наши папы забрали людей лодки, расстреливали людей на блокпостах. Не спасали людей, не давали им еды.